Сумка 28 дюймов. Бауэр черная. Ткань 1680 ден плюс вспененный пенополиуретан. Вспененный полиуретан — это такая, знаете, как поролончик. Такая мембранка внутри, трогаем, и вот слышно, там внутри где-то 4 мм. Придает сумке, ну, толще стенки, держит форму. Ну, не совсем как чемодан, но все-таки такая она, как подкачанная. Ну и стенка толще, это не тоньше. А у сумки 2 торцевых кармана. Такая сумка под рост до 1,55 м. Два торцевые карманы со встречными бегунками. На задней части, на передней. Здесь получается основной отсек. Тоже со встречными бегунками. С изнанки есть карман, сетка. И сбоку там тоже сетка размером с тетрадный, чуть больше может лист. Люверсы, вентиляционные отверстия у сумки. Защита уголка на колесе. Стальная выдвижная ручка. Вот эти вот ручки на торцах, чтобы, допустим, двумя руками так вот взять ее и поставить, допустим, в багажник. Что еще есть у сумки? Так, в наличии разные цвета, уточняйте, если по цветам есть какие-то предпочтения, постоянно меняется цветовая гамма. Да, колеса довольно основательные, такие 95 мм на металлическом подшипнике. Защита под брюшье вот здесь полностью закрывается. Полозья на брюхе. Стальная выдвижная ручка, она с защемлением. То есть вставили ее, и она вот не вытаскивается. Затянем за нее чуть сильнее, и сумка получается, ручка вытягивается и держится. Вот таким образом. По поводу ручки, что еще у сумки? Да, расцветки есть. Ну, все-таки если заказывать, то лучше уточнить. Вообще красная, оранжевая, синяя. Графит цвет есть, темно-серый, практичный. Значит, что еще? Да, если нужна доставка, детальные фото. Мой WhatsApp 950-218-70-42. Пишите, звоните. Это у нас под визитку, под номер. Ручка прихватка. Значит, лямки позволяют носить на плече сумку. Довольно большие. Да, они здесь вшиты в дно. Тут прошиты. И здесь еще крест-накрест. И вот еще две строчки прочной капроновой нити.